прошу, позовите врача и осмотрите мою дочь. Нормально ходить она не может. Господи, врача, нужна помощь. Мы поможем. Привет. Я не чувствую ног. Ясно. Когда мы летели из Австралии, она стала жаловаться на неприятные ощущения. Стопы затекли и ноги болели. Ее парализовало. Не будем забегать вперед. Возможно, защемление нерва из-за долгого перелета. Моя дочь не дышит. Что с ней? Паралич прогрессирует. Я уже не думаю, что это Гиенбара. Прогрессирует слишком быстро. А что это тогда? Ты в порядке? Что за... Что с тобой? Нога онемела, и я оступился. Внезапно ее нога пошевелилась, и она потянулась ко мне. Рефлексы вернулись в норму. Смотри на свое МРТ. Видишь этот горб над венечным швом? Да. Сначала я приняла его за родинку, но... Что это? Попался. Что это? Клещ? Так это болезнь Лайма? Нет. Клещевой паралич. Он прилетел к нам из Австралии на Денис. Когда ты поднял ее, то клещ попал на тебя.